очень понравился. Понравился, да, действительно. Очень красивые актрисы и наряды их. И, не знаю, мне очень понравился. С удовольствием посмотрела. Спектакль мне очень понравился. Просто чудный. Кому вообще чудный спектакль. И Ицко тоже. Спасибо. Мне понравилась красивая декорация и очень хороший характер. Спасибо. Мне понравилось. Очень хорошо сыграли, особенно Ольга и Кому. Очень нравится. А чем понравился? Очень красивые декорации, очень красивые костюмы, хорошо играют актеры, артисты очень хорошо играют, понравилось. Красиво, да, очень красиво. Да. Тема не смущает. Отличные. Чем понравился? Понравился артистами, ну и сюжет, естественно. Великолепно, замечательно, восторг. Как всегда, Павел Колосов, замечательная, хорошо. Мне очень понравился сегодняшний спектакль. Вообще замечательно, вот костюмы поразили. Настолько богато, настолько интересно. Ну, в общем, замечательно. Нормально. Понравился? Понравился, да. Хорошо играли, и тема известная. Вечная, вечная. Знаете, неплохо. А чем понравился? Чем понравилось? Неплохо актеры подобраны для этого спектакля. И я думаю, для такого среднего поколения, вы знаете, своего рода, как бы, вам сказать, ну, как учебное пособие. Почему учебное пособие? Ну, мое. А чем понравилось? Понравилось. То есть игра актеров была потрясающая, да, и все. А чем понравился? Постановка красивая, артисты великолепно играли. Так что спасибо. Первый был скучный. Первое отделение. Да, первое отделение скучновато. А чем понравился спектакль? Исполнение, наверное. А вы куда снимаете? А это для зрителей. Стоит идти на спектакль или нет? Знаете, стоит больше, наверное, молодым идти туда. А почему молодым? Ну, как-то немножко тема такая, как бы, слегка познавательная. Конечно, не верить мужчинам, не поддаваться на соблазну. Таким образом. Да, потому что это приводит к трагическому концу. Очень нам понравилось. Декорации красивые. Костюмы, сколько она меняла. Мне очень понравилось. Спасибо. Красивый, роскошный, легкий спектакль. Очень после него приятные такие ощущения. Ну, не сказать, что он высокохудожественный. Понятно. Но не заставляет, мне кажется, думать на главные роли Ицко. Очень понравилась Анна Михайловская, вот эта вот девочка нежная, очень, очень нежная. Ну, я не знаю, как и кого, я впервые вижу ее в такой роли. Но она произвела впечатление с такой достаточно стервозностью в этой роли, как и должно быть. В общем, я считаю, что премьера удалась. Да.